Студенты и выкладчики Гомельского державного медицинского университета сделали акцент на профилактику злоякостных пухлин молочной залозы. Не глядя на становчую тенденцию лечения онкозахворывания, якая зараз отзначается в нашей стране, эта проблема все ж таки не губляет своей актуальности. Проблема очень значительная, заболеваемость этой опухоли возрастает, в том числе и в Гомельской области, поэтому должны знать их первые признаки. В первую очередь помнить о том, что какое-то патологическое образование, маленький узелок, маленькая язвочка в каком-то органе может оказаться опасной в перспективе злокачественной опухоли. Инициатором проведения акции выступила первичная организация БРСМ Гомельского державного медуниверситета. Стужечка, символы, информационные буклеты, спроба притягнуть увагу громадскости до проблемы и одночасово спроба примусить каждого особного человека задуматься про свое здоровье, как предухилить эту небезпеку. Акцент на раковых заболеваниях, связанных с молочными железами, потому что они у женщин стоят на первом месте. И вот эта ленточка как раз-таки символизирует борьбу с этими заболеваниями. Ну, информационные буклетики так для получения какой-то информации о том, куда обратиться, какие симптомы, чтобы вовремя предупредить эту болезнь. А тем часом у Гомельским державным медицинским колледже организовали целый шерег мероприемств и акций, накированных на борьбу с раковыми захворываниями. У делу их примали и навученцы, и выкладчики. У приватности яны выступили за инициативой проведения доброчинной акции по сбору грошовых сродков на будовництво дитячего хосписа. Мы очень рады были помочь детям и очень рады чувствовать, что наши деньги помогут спасти жизни детей. На перечисление ушло у нас больше 9 миллионов белорусских рублей. Никто не остался равнодушным и легко было работать, потому что все понимали важность этой темы. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».